красивая. Я получаю подарки на 8 марта. Я тоже хочу получать подарки. Ты на себя посмотри, дорогая. Максимум надень тюльпанчик. Алло, Артур, дорогой, привет. Алло, Амина, привет. Ты не забыл, что завтра 8 марта? Да, конечно, не забыл. Хорошо, тогда жду от тебя подарочки. Только не надо там дарить тюльпаны, плюшевые мишки. Я хочу бриллиантовое кольцо, iPhone X и 101 розу. Ну все, пока, до завтра. Ты что, реально думаешь, что он тебе это все подарит? Ну да, он же меня любит. Абонент временно недоступен. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Запись сообщения зарегистрируется... В туалет. Я тоже. Я же вас только что спросил. А вот Амина. Это можно покрутить? Амина, не крути. А это нажимается? Амина! Ух ты! Адёка, сядь. Адёка, сядь. Ты можешь сесть, Адёка? Адьяна, сядь. Отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. А мы приехали? А сейчас приехали? Ну, а сейчас точно приехали? Мы сюда приехали? Нет, еще не приехали. Когда мы уже приедем? Может, сейчас приехали? Амина, Адёка, хватит. Нет. Хватит. Я вас сейчас вон тому полицейскому сдам. Да-да-да-да-да-да. Ладно, ладно, ладно. Что мне сделать, чтобы вы успокоились? Кушать! Смотри, какая у меня игрушка. А я хочу картошку фри. У меня есть кетчуп. Я буду картошку фри. Ой. Тише. Адёка, Амина. Успокойтесь, Амина, Адёка. Пока, Амина. Пока, Нурали. Тводи уже быстрее, мне холодно. Адья, уйди, а. Вечно ты все портишь. Иди, пока я тебя догоню. Ой, ладно, ладно, чего я такого там не видела? Ну, ладно, Амина, пока. Ну, давай же. Пока! Алло, Кульпан, привет! Все хорошо, я тогда и без правил смотрю. Ну-ка, подожди-ка, чем-то у меня дома вкусненьким запахло. Давай, перезвоню. Чмоки! Пока! Побольше приготовь. Конечно, я 100 штук приготовлю. А чё так много? Ну, они будут тоненькие, не переживайте. Ну, ладно. Угу. Блинчики я собираюсь готовить. Мама. На масленицу. Ничего себе! Как так у тебя получилось? Если возьмешь в Италию, научу. Ладно, ладно, возьму. Собирай свои вещи. Адья, зачем ты пьешь Аминкин коктейль? Просто у Аминки вкуснее всегда, а у меня не.
такие вкуснее. Ну ты же сама заказала банановый коктейль. Почему его не пьешь? Ну просто ванильки вкуснее. Только не говори Аминке. Кто выпил мой коктейль? Это Адюка, что ли? Адюя! Это ты выпила мой коктейль? Ну а кто? А Русская, что ли? Да, это Русская. А, ну ладно. Ей можно.